News TV есть рубрика, там известные люди задаются вопросами, отвечают, пытаются ответить на него, в чем смысл жизни. Смысл жизни для простого человека – нормально жить, трудиться на благо своей Родины и не думать. Басында қатырмай бүгінгі күнмен өмір сүр. Мы все время живем то в прошлом, думая, что мы не так сделали, и живя в будущем, что будет через 10, басында қатырасың. А кто знает это? Мы не знаем, что завтра будет. Вот сейчас я здесь говорю, через 5 минут это будет история, уже ушло. Нету его. А что об этом думать, о том, что нету? Кеткен кетті енді. Болашақта мы говорим, что будет через 10-20 лет. А мы не знаем, что завтра будет. Природа, земля наша настолько хрупкая, надо об этом помнить, кстати говоря, и подвержена многим опасностям. Наша планета – песчинка галактики в этой, в космосе. Песчинка, если посмотреть с высоты, так сказать, того полета, может подвергаться астероидам, атакам, метеоритам, может ударить вулкан. Может быть, землетрясение. Все плиты земли ходят, все. Ураганы везде там наводняются, волны. Не считали бәледе бар адам басына келетін. Значит, оның барлығын ойласаң, өмір сүре алмайсың. Алла бізге жан берген кезде, қашан өлетінді ешкімге айтқан жоқ. Оны білетін болсақ, өмірдің өзі сұмдық болар еді ғой, да? Смысл жизни – жить нормально, хорошо. Любить близких, друзей, любить Родину и создавать будущее для своих детей.